Всем привет! Вы на канале Королёк К. И сегодня в кукольных новостях вы увидите совершенно новых кукол LOL OMG. Поехали! Мы еще не успели отойти от прошлых новинок из серии LOL Surprise, как в продажу уже выходят очередные. И как всегда, первые новые игрушки выходят не у нас. На зарубежных сайтах даже появились обзоры на некоторые из новинок и промофото, которыми я хочу поделиться и с вами. В YouTube уже можно найти обзор на коллекционную куклу OMG Crystal Star из серии Winter Disco. Это невероятно красивая куколка, само олицетворение зимы, прям настоящая снежная королева. Но эти куколки только начали набирать оборот. Эти четыре красотки тоже из серии Winter Disco, но особенность в том, что вместе с ними прилагаются их младшие сестрички. И кроме сестричек, внутри вас ждут аж 25 сюрпризов! Сами же куклы не перестают нас удивлять своими модными образами, а именно одеждой, аксессуарами, а также шикарными волосами. Ребята, напишите в комментариях, какая из них вам больше всего понравилась. Но помимо этих четырех красоток, я нашла всего несколько фото еще двух не менее красивых кукол OMG. Из какой они будут коллекции, Winter Disco или же нет, мне пока неизвестно. Но я догадываюсь, судя по фото справа, что они все же идут в этой огромной коробке, где помимо их будут два плейсета и 14 эксклюзивных кукол. Когда же появится побольше информации об этом, я обязательно с вами поделюсь. Но для этого вы должны быть подписаны на наш канал. И не забывайте смотреть предыдущее видео про новинки. Всем пока, подписывайтесь на Королёк К.